Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые поклонники отечественного футбола. Мы рады приветствовать вас на матче 11-го тура МЛБТ первой лиги. И добро пожаловать в город-герой Тулу. Местный Арсенал принимает Волгу. Волга, которая располагается внизу турнирной таблицы, переживает не самые простые времена. И подача Григолава откликнулся на эту передачу, и причем он ждал. Смотрел на мяч и оказался именно в той точке, в какой должен был оказаться. Да, еще раз смотрим. Неловко. Григолава. Григолава бьет! Мяч в воротах! Шикарный удар Гея Григолавы. Украшение этого матча. И на это в хит-парад. Гея Григолава с левой ноги великолепно пробил. Скажем так, аккуратно привоз штрафного. Еще одна передача. Момент какой. Панченко метров с 10 бил по воротам. Ну, а у Арсенала, помимо забитого мяча, был еще супер момент у Панченко. А теперь Луценко в штрафной площади за матч убирает соперника. И 2-0. Евгений Луценко, браво! Мяч в раздевалку, очень важный для хозяев. И Луценко, как же он разобрался в штрафной площади. Ну и большой привет центральной зоне обороны Волги. Подача и удар! Шамов! Просто красавец! Денис Кутин. Там его показывают. Тимур Джики. В штрафную площадь входит. Ну, это, конечно, много. Одного обыграл, второго, там третий возник. Ну, атака продолжается у Волги. Ну, как же не забивать? Как же не забивать такие моменты? Нет офсайда. А если нет офсайда, то это нарушение. Это в любом случае карточка. Арсенал на своем поле переигрывает аутсайдера турнира таблицы Волгу.